co chceš? Já. S Bohem. Ano? Ale. Jo. A zle vůbec. Ano. S Bohem. Povídej. Jo. Naschle. No. Já. Jo. S Bohem. Co? Jo. Mějte se. No, jo, dobře, tak co? S Bohem. No. Ano? Ahoj. Dobrej. Star! No. Kurva. Na schle. Pěkně.
Nazdar. Ano, prosím. Ano. Servus. Hey. What's that? Music. Eh. Eh. Eh.
Jasně. Jo. Nazdar. Čus. Nazdar. Ano? Jo, ha, ha. S Bohem. No prosím, rychle. Naschle. Dobrý.
Já vím. Hi. Today. So. Go. S Bohem. Co si přeje? Já. Nas. Názor. Co? Go. Ah. Bohem. Ah. Ja. Nasa. Co je? Jo. S Bohem. Co je to? Ja. Ha. Je to se. Fajn. Jo. S Bohem. Nemám čas. Prosím. Jo. Já. Azle. Nemám čas. Co? Jo. Ale. S Bohem. Co chceš? Naschle. Ne. No, tak spust. Алло, алло. Блять, Лёха испугал меня. Блять, позвонил, блять. Слушай, ты говоришь, я там Тимур хуйсосил. Руслан, я не могу хуйсосить. Не-не-не-не-не. Там в плане, знаешь, каком, короче... Да, в шутку. Ну, короче, там Тимур сказал, я моды обновил. Короче, и ты говоришь, ну давайте посмотрим. Короче, поставили, и у тебя все слетело. У тебя там был 40-й уровень, наверное, и ты такой, блять, ну тебе. Что за хуйня такая, ну, короче, бля, пиздец, я помню. Да, это помню. Я вещи говорил, бля, его из-за Тимура все нахуй пиздец.
Есть такая. Слушай, я сейчас этого в бомжа играю, хоба. Да, решил постримить еще. Я тебе рассказал, у меня как-то, знаешь, я за всю игру, короче, прокачался, меня там ни разу никто из бандитов победить не мог. Я, знаешь, что такой уже такой расслабленный, типа, иду, типа, смотрю, бандит стоит, давай, а, похер, пройду, типа, что мне сделать, я их всех нагинать могу. И хуяк он меня убил, короче, блин, а у меня столько вещей было, это просто пипец. Ну их выкупать. Какое-то не вместе мы там играли? Да, вместе. Ну их, короче, выкупать там до хрена денег нужно. Короче, жопа полная. Что материала? А, туда как крыт ее тень. Enterprise. Так, вот. Подожди, тоже. Что у него? Тима. Project Office Button. Нахуй. Так. Я только одну могу. А, это вот моя. Да. Это. Так странно делал. Вот он теперь. Здесь. Так. Вот. Здесь. Все. А, вот. Так, сейчас я немножко тут сидит. Ага. Что тебе копировать? Копировать. Во. Во, блядь. Застрял, ну зашибись. Эх. Черт.
Да ёб твою мать! Так, теперь. Ну, блин, работа мне предстоит. Короче, у меня тут потихоньку доступ забирают. Ну, потому что мы уже отучились. Угу. Вот на курсе. Да. Вот, я хочу, знаешь, как, в общем, скопировать информацию какую-нибудь смогу сейчас, чтобы она у меня осталась, мне она пригодится в будущем. Ну, такое важное копировать. Еще подожди, дай на комп перейду. С этими, блядь, наушниками. Для ушек болят, думаю. Хуйня, блядь. Лёха. Я вот сейчас стрим идёт, не знаю, ты можешь это говорить или нет? Блин. То что? Сейчас стрим идёт, я, короче, стримлю. Мне как... И чё? А что нельзя? Заглушить, а что ну не знаю, ты там... Хотя, не... Короче, забей, блядь. Не, честно. Матом-то ничего, а это... Не-не-не-не, о том, что как... Ай, ладно, забей. Это мой бзик какой-то, блядь, похоже. Ладно, рассказывай дальше. Я что-то просто... Да, чего? Я рассказал. Перестраховаться подумал. А я по поводу чего ты мне что-то рассказываешь? Ну что, файлы там какие-то закрытые. А, это не-не-не, это нормально. Они не закрытые. А, они... Они не закрыты. Это информация того самого, как он. Я же оплачу. Вот да, это. Да, я же оплачу. Ну, она мне в доступе, просто она на год доступ, но вообще мне ее давали, то есть она в моем доступе есть, я за нее заплатил. Я могу ее копировать, использовать, но для себя я не имею права ее передавать. Допустим, если я сейчас все скопирую и тебе перекину, тогда я нарушу договор, но только непосредственно с Германом. А, ну, как бы мне так ничего не сделают. Короче, что ж, шпионом меня никто не назовет, так что все ок. Нормально. А, ну я просто забываю, что ты настримил. В Вольфенштейне там кричали «Шпион!» Да. Бля, подожди, эти баки вонючие. Эти баки окей. А, они наверху, что ли? А, вот эти. А, перу есть. А, так.
ты еще где-то. Не знаю, а где. Хм. Два справа, один вон там. Так, сейчас. А вот этот. Блин. Это ёкарный балалай. Вот здесь ёба где-то. Скотиняка. Так, вот этот. А нет, не случайно. Ух. Там что ли? Этот что ли? Последний. А, нет, даже два. Вот, через дорогу. А, вот этот. Окей. Гуляшкачку. Жизницу. Клавиатура, наушники, сломанная лампа. Отлично. Так чё? Защиту. Отлично. И... Никогда. Всё. Теперь. А, так вот всё, можно спуститься и узнать, как там челик. Что-то увидел тут надпись паштет. Что-то так чё, захотелось серого хлеба с паштетом. Прям пипец. Так, ну-ка.
господи. Удобную лежанку, отлично, ну-ка. Так, ну все. Так, пометки, роскошный пакет с едой, ну давай. Хотя у меня же есть всего этого, сейчас у Майнснера. Сейчас возьмем. Сколько же там денег нужно, чтобы это все выкупить? Так, сейчас, ладно, сперва. По спад забежать надо. Ох, слушай, костер до сих пор горит. О, дом, милый дом. Пу-пу-пу. Здрасте, тетя. Охренеть, 12. Нормально. Супер. Так. Ток-ток-ток. Ну, на сюда. О, блин. До свидания. Скотина пьяная. Блин. Пришел за пакетами с едой, он пьяный, скотина. Делать. У Гнойна попросить, похоже, как-то. Гнойна. Да, тут есть повар Гнойный зовут. Так, попросить. Еще чая. Так. Блин. Это все шаги. Так, и что делать с этим? Так, сразу фигня. Так, надо поесть, надо почитать журнал. Так, ну-ка. Ну, слышно? Собрали. Так когда эта скотина протрезвеет, теперь ждать? Блин. Неужто придется в конец города ехать? Так, а билет у меня есть? Вот билет на балет. На трамвай билета нет. Блин. Короче... Пакеты с едой нужно с хорошей взять. Повар главный на меня злится, а у кого мои пакеты, он пьяный в усмерть. Блять. Ну, короче, я не знаю, что делать. Сейчас посмотрим, может быть, приготовить можно самому будет. Так, что для этого нужно? Пу-пу-пу. Так, обедки раскрошены. Ну, блин. Все очень сложно. Так, ну давай к повару попробую зайти. Может, он уже успокоился. Блин, нет билетов. Ну, естественно. Естественно. Так, два десяток возьмем. Вот так.
И вот нефиг у моего дома парковаться. Хорошо. О, богатый вроде, блин, не хочет говорить. О, отлично, 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 все. Че, побежали. Че, похаваем, похаваем вообще. Кстати, никогда не любил это слово. Похаваем, блин. Угу. Всякие гопники. Да, 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 да. Любит гопники. Гопняки. Да. Похаваем, блин. Ну я вот что-то хавать не хочу. Может, все-таки похавать? Нет. Блин. У меня там внизу сейчас шашлык в холодильнике лежит, картошка сварена. Так лень идти. Блин. Вроде хочется так, но что-то не хочется идти вообще. Блядь, а я что-то хочу пиво въебать, пиздец, блядь. Или есть пиво-то? Блядь, а что-то... И не хочется. Что, бывает, хочется. Слушай, а бывает такое, что вот у тебя вроде есть. У меня, знаешь, у меня иногда так. Вот ты, допустим, пьешь алкоголь, а у меня там, знаешь, пристрастие сахар. Вот это вот. Вот хочется лимонада. Ну вот сейчас сижу, вот прям что-то, блин, такое вот. Прям неистовое желание на самом деле. Открыть холодильник, знаю, что тоже есть. Блять. А у тебя живот не раздувает? Ну, типа, потом нет, вот нет, комфортно, нет. Да? Ну вот, видишь, я бы поэтому и пил бы, и ел, и не отказывал себе. Мне просто дискомфортно, если я попью. Поэтому стараюсь удерживаться. А с другой стороны, ну хочется, да и похуй, не возьми да сделай. Проблема, блядь, да. Раздувает, блядь, сегодня раздувает, завтра нет, блядь. Вот как я себя уговариваю, да? Умею я сам с собой договориться, блядь. Сейчас пойду, блядь, походу, блядь. Я похожий тоже. Слушай, ну если пить как бы немного, ну там, допустим, сколько у меня обычно так, чтобы нормально подпить 4 литра, а если выпивать 2, то ну почему бы нет? Там себя уговорил, бля. Так, свечи. Свечи так. Ох, ё-моё, как все непросто. Так, и сколько этот амулет стоит? Еще посмотрим. Бернард Блэк, пипец. Это Мэнни, значит, здесь тоже живет. Так, тетенька, продайте амулет. Не. Сколько? 2000, блин, не хватает. Так.
Ого. Что-то надоело играть, сохраняться буду выходить. Да. Даже мне надоело, блядь. Ну вот ты играешь, а мне надоело. Не, ну ты честно, немножко подзаебал. Хоба. Блин, слушай, в ней столько там заданий, прям неисчислимое количество, прям, блядь. Согласен. Ну, как-то вот просто сама. Как эта атмосфера вот немножко заебала, не знаю. Хочется, может, знаешь, там вот новую карту бы ввели, к примеру, вот. А я все жду, все жду, они же эти пообещали вроде как сделать. Трошка там мемы выкладывает. Трошка уебашка, бля. Фисташка. Фистинг где-то. А вы кем, говорит, работаете? А я рукой вожу. Я руководитель его. Я что-то недавно вспомнил. У меня там это, как его... Вот любят же говорить, типа, вот какое у вас образование, типа, незаконченное высшее. Я в последнее время, знаешь, что у меня среднее специальное, просто спрашиваю, какое образование? Я говорю, у меня не начатое высшее. Да, да. Бля, буду хотел. Не получилось. О, Ирина в Сункенланд играет. Ой, а что это она, блядь, без меня? Не знаю. Подожди, блядь, не понял нахуй. Сейчас я ее отчехвостю, блядь. Что за хуйня, блядь? Так. Сейчас я, блядь, дискорд куда? Ебаный в рот, блядь. Так, как это посмотреть? Этих, игроков наших, как посмотреть? Да а, вот, а вот справа сверху, видишь, там вот эти, как и наши. Ну, у меня нету, блядь, как оно, не появляется, пока не появляется. Как, mm-hmm. Куда мне там нажать, чтобы оно появилось? А ты с телефона или с компа сидишь? Нет, с компа, блядь. Ну, вот, а вот, уютный дом чатик. Там вот теперь дела. Появилось. Сейчас, ее, блядь, ее! Ёбэзо. Такой Лёха умел, такой нахуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Ебал, блядь. Тяжело, тяжело. О, вот это хорошо. Тяжело, тяжело. Заходи там, кроме чего. Ира, знаешь, почему сама начала играть? Потому что, ну, там дом я строил, и она как бы стесняется мой дом перестраивать. Я говорю, Ир, ну построй ты, что хочешь, построй. Я не умею, говорю, Ир, бля, у меня... Я вот что, блядь, въебал 4 квадрата, и так их расширяю. Говорю, блядь, нет фантазии, блядь. Она, да нет, нет, я у тебя вот тут, я вот тут у тебя, я вот тут тебе в ящик. Я говорю, бля, Ир, ну какая разница, бля, ну это прям... Слушай, ты заметил, что-то нитки тут короткие стали? А первую букву видно, а потом троеточие. У тебя такое есть или нет? Посмотри. Нет, 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 у меня нету. Хрень какая-то. Масштаб. Все понятно, режим стримера включен, поэтому. Все, все. А, да, да. Да. Чтобы не палили, бля. Типа стрим снайпов, чтобы вот этих не было всяких. Хуяши, блядь. Так. Блин. Вспомнил опять на вчерашнем стриме этот разговор. Рассказывал Убер Маргинал, что ему написал один чел, который тоже в Штаты полетел учиться. Ну, я не помню, откуда. Из Африки вроде откуда-то. Так дело в том, что он глухонемой. Вот. И с учём.
он ему на e-mail отправил письмо, где помощь попросил. Так у этого чела, типа, что-то вроде было... Вот представь, в e-mail, в окончании e-mail написаны все данные, там... Там логин, пароль, там паспорт, там номер еще какой-то. Ну, короче, номер Uber там на скидку и так далее. Короче, знаешь, вся информация прям в этом. Я думаю, ну вот, непонятно, то ли человек просто не знает, что такое безопасность в интернете и так далее. То ли ему просто нехуй скрывать. Да, или так, да, просто. Логин, логин, пароль, пароль, да, как некоторые делают. А, админ-админ, блядь. Ага. Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. Заебали уже сегодня с утра на хуйню это, блять. Уже сколько этот Шафутинский. Ты там не стримишь? Да раз это свободная, как бы, платформа. Можно говорить мнение, какое хочешь. Стримлю. Тогда не надо. А то сейчас наговорю, сейчас тук-тук-тук. Опа-на, PPI. Да не... Не переживай вообще, что тут можно договорить. К тому, что... Не-не, я FBI... не за тебя переживаю, Руслан, я за себя, блядь. Оскорбление чувств Шафутинского, да, там что-то... Да, ну нахуй, нахуя свой, блядь. Иноагент, блядь, нахуя свой, блядь, за Шафутинского выпиздили со стороны, блядь. Ой, блядь, да слушай, блядь, не смешно на самом деле, нихуя, я тебе скажу, блядь, я тут вообще охуел, пиздец, выпизживают, да, на всю хуйню. Если что, да, стрим идет, так что, да. Да-да, я понял, не, ну я ничего не говорю такого, как бы я просто к тому, что это... А, слушай, у нас этот вел передачу, ой, этот самый, не передачу, а, как он называется, господи, сериал шел «Кухня». Ты его знаешь? Да, видел. Забыл фамилию, с усами вот этот. Вот, короче, он же начал частушки всякие писать, провокационные. Ну и чё, естественно, как бы это. А у него, он лет 10 назад еще купил жилье во Франции, по-моему. Вот, передачу вчера про него показывали прям. В целом, представляешь? Да. По каналу. Я немножко даже в шоке был. Ну, ничего себе, как все серьезно-то. Да. Так что я аккуратненько. Слушай, я... а ты сейчас рассказал, что у него во Франции там. Я вспомнил, как мы в Париже были в 2012 году, и там, короче, нам попался ресторан Жерар Депардье. О! Ну, короче, да. Знаешь, что нам сказали, туда вообще не заходить. Там цены такие, там... это самые дорогие рестораны во Франции его, типа. Офигеть. Я говорю, не, я еще спрашиваю, я еще думаю, а что там такого дорогого? Ну, короче, он там заоблачные цены ставил за того, что налог для богатых в свое время какой-то был ему, чтобы покрывать это все. Он там, короче, делал. Ну, может быть, его действия оправданы? Ну, да. Ну, слушай, там, я не знаю точно, налог для богатых был от 30 до 60%. Ну, ты понимаешь, представь, ты что заработал, ты должен... отдать. Ну да. Больше там 30% это как-то такое тоже себе. Ну да. Ну, опять же, там как считается богатый? То есть от скольки, как у нас, вот типа налог на рост. Ну да, тут налоги. Ну, значит, тогда, если он богатый, он открыл ресторан, он не должен открывать бедный ресторан для бедных. Он должен быть богатым. Все логично. Не-не, я тут с ним согласен полностью. Ну и как бы. С правительством, наверное. Потому что смотри, на самом деле, если ты богатеешь, а ты платишь налоги, как и все, то это, ну, несправедливо, я считаю. И, ну, то есть у тебя какие-то привилегии перед людьми. А почему, если ты такой же человек обычно, как и все? Если у тебя есть привилегии или ты хочешь их, значит, ну, плати чуть больше. Ты же больше много зарабатываешь, плати чуть больше. Я считаю, это нормально. Просто для него, думаю, что это не было как какой-то проблемой и для людей, которые ходили в его ресторан. Почему? Потому что когда они заходят туда, они имеют возможность оплатить
этот, ну, потом покушать. Угу. Так что. Знаешь, мне очень понравилось, как сказал Руслан Белый. Это комик из Comedy Club. Да-да-да. Он бывший военный, вот, и работал там, сколько, 10 лет он военным был. Ну, и сам понимаешь, зарплата маленькая, квартира в ипотеку, это даже вообще не ипотека, а служебная, там, типа, пока работаешь, она твоя, как уволился, у тебя забрали, ну, во временное пользование. Ну и что, вот он пошел в юмор, все, сейчас стал зарабатывать, у него, это он открыл, у него там, этот, как называется у него, комик в городе, у него там есть своя программа, и у него вот этот стендап на ТНТ, это его проект. Короче, он стал хорошо зарабатывать, у него этот Дудь брал интервью, и очень классно мне понравилось, как он в интервью сказал. Вы знаете, я раньше, Ира, блядь, 10 минут спустя мне приглашение скинул. Я, говорит, раньше, когда зарабатывал мало, вот, мне тоже казалось, что почему футболисты такие охуевшие, за что им платят такие деньги, блядь, они нихуя не делают, мы тут собираем смс-ками детям, значит, собираем, ну, смс отправляем денежку, а футболисты, блядь, получают миллиарды, там, миллионы. Чё? Сейчас. Чё, Ир, ты мне? А? Чего? Я ничего не говорил. Что у меня, блядь, трещина посередине тут, блядь, что это за хуйня? Вы через диск. Вы через игру говорите там, да? Или как? Ну, походу, да. Сейчас. Алло, алло. А что у меня за трещина такая посередине экрана? Не понял. Бля, охереть. Кстати. Так, вот, вот и Лёха сказал про Руслана Белого, а я тут читаю, его в реестр иноагентов внесли. Слушай, смотри, да нет, вроде он не должен. Не, точно внесли, я вот прямо сейчас читаю. Комикс и экс-участник Comedy Club Руслан Белый внесен в реестр иноагентов. Ну, может быть. Алло. Я нажимаю, у меня ничего не говорит, Ир. Прикинь, ты зашел, сначала говорилось, потом опа, пропал. А, да-да-да. Короче, знаешь, что... Сейчас, я 2 секунды. Знаешь, что он сказал, Руслан? Чё? Классную вещь. Вот он говорит, когда я зарабатывал мало, для меня это было дико. А, и я тоже возмущался. А когда я стал зарабатывать хорошо, я сказал, ну, это нормально. Вот так. Оставь, я рыбу половлю. Это, Ир, знаешь, что... У меня чуть ниже экрана посередине такая трещина полосает. У вас тоже или нет? Или только у меня моя проблема? У тебя что-то. Короче, пиздец. Сейчас покажу. Что это такое, блядь? Мари. Владимир, а ты не хочешь к нам в Дискорд зайти? А то на Йоне удобно это болтать. Что за Владимир? Сейчас, а нормально? Как тебе скинуть-то? Да, нормальный чувак, да. Зашел, говорит, тут мудаков много, они заходят, ломают все вещи. А, ну все мудаки так говорят, но окей. Поэтому я пришел к вам, да? Да-да, да я шучу. Поэтому я вотрусь в доверие. Да-да-да. И разъебу вас все, да. Не, ну да, просто зови. Че, приглас скинуть? А как кинуть? Ща. Я скину тебе сейчас, а ты ему отправишь в этом, как его, ну, понятно, в Стиме. Так, вот этот. Так. А че ты это самое заново-то начала? Не знаю. Свой дом хочешь? Я тебе говорю, ты мой можешь перестраивать как хочешь, блядь. Да нет, у тебя не было, чё я буду это самое. Да не, я тут, ну я тебя еще включил бы. О, я у богатой деревянка Пьевкина. Я бы тебя включил, да, этот самый. Слушай, тебе не лень? Как найти человека? Как найти человека, с которым мы сейчас вот здесь играем? Shift-Tab нажми. И, да, и последний список, список игроков. Просто или список. Ну, вот ты. Вы сейчас же в игре находитесь. Игроки. Вот. А, точно, да. Сейчас. Слушай, а какой у тебя ник в Стиме?
Там почему-то до хера игроков. Что, у меня? Да, да. Няшка? Сейчас, подожди. Пусть он напечатает хотя бы, как это там. Ржака. Да. Что я могу сказать? Тяжело. Тяжело. Да, тяжело. Тяжело. Слушай, Няшка, а ты мне можешь что-то написать в стиме? Я что-то не могу тебя из списка игроков найти. Няшка. Угу. Это Няшка. Ну, у него ник, знаете какой? Владимир. А, нормально. У меня Славка такой сидит, смотрит и говорит, ты ему, блядь, скажи, как имя Владимир. Нормально, нормально. Ой, блядь, не то. Так, сейчас немножко это. Так. Влади в мэр, бля. Чё-то Владимир приуныл тут в позе дю. Блять. Это что за цифры? Ага. Это код друга. Код друга. Вот. Сейчас. Хуяся. Хуяса бывали. О, вот это запись, вот мне нравится. Вообще прям все время голову поворачиваю, но в этот раз я. В этот раз задержался. Задержался, да. А то, блин, вообще так реально. Мрази, пидоры, гандоны. Блядь. Сейчас он зайдет. Да. Кстати, он зайдет, постучи ему. Давай, сейчас, давай. Подождите. Нижнятинка, реально? Так, что ты сомневаешься уже, Ирина? Что-то пошло не так. Я думаю, Владимир здесь ненадолго. Да. Максимум секунд на 5. Володя! Ты получил приглас? Мы же где в гостях? В каком смысле? Сейчас я тебе приглас кину, подожди. Хочу, спасибо. Все скинула. Ай.
Алёха, это как один из самых реалистичных звуков. Это вот этот вот. Они повсюду. Ир, чувак нормальный? Да нормальный. Просто у него ник нижняя оттенка и имя Владимир. А так нормальный чувак. Че он принял приглашение в Дискорд? Вот, да. Ждем. Ждем. Чего-то нету. Так, я сейчас подойду пару минут. Ага. Владимир, вы тут? Да-да. Нежнятинка. Ну, что-то не заходит. Что-то. Что-то не пошло. Да. Может, там это профиль меняет на более пристойный, шут знает. Страшно. Ой, какой-то еще чувак плывет. Риторик какой-то. Это кто, блядь? Вчера ко мне пидор какой-то, сейчас, а я немножко пока не играю, пидор какой-то зашел, блядь, и появился на базе. Я такой приплываю, блядь, а он стоит в трусах, что-то там, блядь, скидывает какую-то хуйню, думаю, так, он тут ягод накидал, а из ящиков, наверное, все забрал, блядь. И типа, знаешь, если он возьмет и выйдет,
то по сути получится, у тебя ресов не будет, и даже если он к тебе не войдет, он просто спизданет у тебя что-нибудь. Ну да, да. Ну я его быстренько это, как бы вышел, сервак грохнул, бля, потом ввел пароль, но почему-то, видишь, он все-таки не работает, бля. И он больше не заходил. Ты знаешь, что напомнил? Как-то раз мы с Ташкой в Дейс играли, вот там у кого-то гауску взял, говорит, слушай, ну дай в руках подержать, посмотреть. Ну дай, правда, ну короче, клячил, ну тут, короче, там жалился, ему дал. И Ташка хуяк из сервера вышел нарочно, блин. Я что-то свой, блядь, давай. И он, короче, 15 минут не заходил, а там чел уже панику поднял, там админа всех зовет, типа, слышите, у меня там эту гауску украли, блин. Помню до сих пор, аж думаю, Ташка. А Ташке похер, он сидит, смеется там вообще. Ну весело было, весело. Да. Блин, сейчас звука сверчков не хватает, блядь. Да, вот это вот, блядь. Володя. Мне почему-то на секунду показалось, что ты Володю зовешь. Ну, знаешь, какого Володю. Ну да, да. Лёха, к тебе подплыл риторик, который... Ага. Да, вот он. Не знаю. Да и что-то на корабле дрочит, блядь. Короче, че я жду? Пойду я шашлык положу. А я, наверное, там сейчас за пивом пойду. Да. Ир, может быть, пойдем ко мне? У нас там развито. И да, поинтереснее. Можно, можно. Я просто включу, постою, мне немножко тут инфу покопировать, а потом подсоединюсь. Угу. Вот, и пароль введу, чтобы это уебаны не приходили. А, подожди, так у тебя дом другой, да? Вон он там ты построила. Да, в воде. А, как блядь. Как без метки там в воде. Я перетащила туда все. Гоу-гоу-гоу, пойдем. Ты что, топить пошел? Да не. Сейчас как, блядь, нельзя посигналить, блядь, на лодке, нахуй. Блядь, как, на какую, на Ю разве, точно? Алло, алло. Йо, йо, йо. А, йо? Блядь, поехали, поехали. Консоль, территория. Вот, слышно тебя. Садись. Блин. Садись, не бойся. Садись, садись на лодку, поехал. На лодку садись, брат. Блин, наконец-то. О, слышь, баг пофиксили, Ир. Больше не работает, блядь, баг с толканием. Печально. Пиздец, блядь, этот суки. Ну ладно, блядь, чуть-чуть это... Я не пойму, что у меня за полоса такая. Ты видела, я тебя скинул? Нет. А куда ты скинул? Вниз? Тебе в личку, да. Все. В личку. Нет, это у тебя точно баг какой-то. Угу, угу. Наверное, надо обновить ее карту, бля. Вован так, печатает. Может, это он? Да, да, да. Похоже, это он. А что он там говорит, слышишь? Тебя очень глухо как-то слышно. Что не поставим? Да-да. А, да только начали еще это. Ага. Конечно. А что у тебя за мясорубка? Давай готовим. Смотри, второй про читеров говорит, Лёха, это какой-то раз. Ну, блин. Ты можешь в основной канал зайти, Володя? Вован создал свой аккаунт 5 минут назад, написано. Великолепно. Короче, Ир, на там, где мы с тобой живем, он у меня, Вована не приглашать. Да не, ну он вроде нормальный. Короче, я понял, на двоих будем играть, пошли не нахуй, блядь. Заруинит все это, блядь, вертолет мы там, блядь.
Еле построили, да. А кто упиздил мою лодку? А, я. Сейчас пригоню. Мы же с этим... Скажи, что это читеры угнали, скажи. Да-да-да, скажи, ее унесло, блядь, к Лёхину. Плыву к вам. Так, ну ща подойду, давайте. Что, Лёха? Чё? Ты куда плывёшь-то? А где вы? Мы были на острове. Стой, на каком? Я не вижу. Стой, стой. Где? Короче, мы почти где уже вы? До дома доплыли. Мы были на острове мутантов. А я ебу, где он? Вот мне скажи, куда мне плыть? Левее, правее, вот куда я за вами. Плыви обратно в дом. Где ты сейчас? Давай. Будешь? Давай, вот я плыву за вами. О! Не, лодка, это Ритори угнал, он пригнал ее. А, вы дома уже. Он ее пригнал туда, там, где я появился, лодку-то. Владимир, да, точно. Заценил? Да. У тебя Friendly Fire стоит? Я не знаю. Попробуй стукни меня. Да, стоит. Бля. Да? Отнялось-то? Пошло, да. Сейчас. Бля. Надо. Ну ладно. А сейчас. Как выключить его? Уже не выключишь? Это уже не выключишь. Надо в начале сервака. Так, ну что, у вас тут есть чем поживиться-то внизу, бля? Попробуй посмотри. Тут нет нихуя, пустотень, бля. Сейчас я войду в Дискорд. Ага. Слышал, да? Угу. Алло. Все, меня слышно? Да, слышно. Да, слышно, здорово. Алита. Ты не слышишь? Ты в Дисе меня не слышишь, что ли? Не-а, не слышу. Что за херня? А меня? Попробуй перезайди в Дискорд. В этот канал. Основной. Да надо звук просто нам добавить, наверное. А, ты думаешь? Или подкрути наш звук. Сейчас вот. Попробуй. Что, разговариваешь, нет? Нет. Вот звук подкручивает у меня. Алло. Ты что-нибудь слышишь, нет? Алло. Вот сейчас ты что сказал, да? А сейчас? Так, нет, что, или еще говоришь что-нибудь или нет? Да, говорю. Ты, походу, там ничего не слышишь. Попробуй перезайди еще раз сюда. Попробуй в Дискорде только перезайди. Что создал аккаунт. Нет. Да. Может, компьютер сегодня только купил? Я ее не слышу, но. На нас напали.
Че, как? На нас напали. Напали на нас. Вот теперь я всех слышу. Хорошо, что там подкрутил? Как постреляет-то? Да вот они справа, тут сзади, сзади. На, сука. На, сука, бля. На, сука, бля. Эй, а что они такие мощные какие-то? Они пипец мощные, это арбалетчики мощные. Ир, ты поставила среднюю, что ли, да? Ничего не трогала вообще. Ну вот, значит, ты на среднюю сложность поставила, но мы пизды будем получать постоянно. Ты ж хотел, вот. Я ж хотел? Да. Я уж лучше с тобой соглашусь. То это, попроще бы. Так, случайно появиться, да? Ага, понятно. Ой, это какой-то мощный мутант, глянь на него. Да. Ладно, я его сейчас пошпыняю этой. Копьем. Все, арбалетчики все. Ну ты пипец безбашенная. Нормально все. Вот все. Ну, грибы, бля. А снег, бля, больше не падает. Бля, нужно лестницу поставить, потому что я не могу... А, вот она. Вот, лестница же стоит. Че? Все, все, я не видела. Не, можно с четырех сторон поставить, и будет лучше. А можно просто запрыгивать, и нормально. Я не могу запрыгнуть. Ну, не все же запрыгивать могут. Может, и разопрыгивать. Она просто не хочет. И лесенку подавай. Лех, вот тебе. А как иначе? Что мне? На, приоденься. А то... Да я... Ну, давай, ладно. Все. Ну, мне так нравится. Я бы еще трусишки снял, но нельзя, бля. Ага. Что это говорит? Это вот, как его, Ритория. Он где-то под водой. Там. В принципе, его так и слышно, как будто он под водой, блядь, играет. Так, чё, тебе уголёк? Так, надо идти акул мочить, чтобы... О, нормально, нормально. Что там? Да-да, я, блядь, повернулся, сука, блядь. Я в окно повернулся, сука, все равно. Налоговая, пожалуйста, предъявите документы. Че, акулу пойдем мочить? Так, надо вторую лодку сделать, потому что нас уже много. Блять, я бы на вертолете полетел, конечно. Лучше. Ага, полетел. Я сегодня рассказывала, как мы коптер сделали. Да. Да не, там можно приноровиться, просто надо чуть-чуть полетать и... Хорошо, что не как в Расте, да? Врезался и взорвался. Да. Так самое интересное, я же это под воду улетел, и я из нее вылетел потом. То есть нормально, пока не крашится. Господи, какой же вкусный шашлык. Особенно в 5 утра. Маги. Кстати, забавная штука. Нашел эту приправу маги. Типа для курицы, все дела. Так нее в Нью-Йорке только продают. Хотел заказать 10 штук. Пишет 36 баксов плюс 16 доставка. Думаю, 52 бакса. Ну вообще охренели. Ну придется заказать. Придется. Пойдем еще что-нибудь лутать. Да надо бы. Рюкзаки надо сделать. Что там надо? Акула нужна нам. Акулу я где-то видел, надо пострелять их. Акула, матата. Леха, помнишь, мы вчера не могли определить, из чего делается кожа, да? Да, там не было, сейчас появилась. Кожа. Нет, если рецепт найдете, то может и появиться.
Я думала, вдруг там, ты знаешь. Нет, там не написано было, типа, то ли со зверя с какого. А, кожа, она, это не со зверя. С этих диванов со всех такое. Нет, понятно, там можно ее крафтить, кожу. Да, в веревке посмотри. Там картинка такая, как будто с кабана или с кого, непонятно. Да. Ну, я здесь еще кабана ни разу не видел. Я тоже. Ну, видимо, на будущее задел какой-то сделали. Не, ну а чё, действительно так. А, Вова, прости, ты случайно не из Самары? Нет, я из Казахстана. Ага, окей. Какого города? Караганда. О, земляк почти. Я родился на Байконуре в Ленинске. Ну, в Караганду гонял туда, там, на охоту мы, по-моему, или что-то на рыбалку гоняли, не помню. Маленький был. Так, а где все акулы? Что-то я акул не могу найти. То их... А. Так. Я вот... О, нормально. Так, около домика не должны быть. О, есть, две акулы нашел. Блять. Сука. Короче, бля, пизду, ну, сейчас. Нет, это не надо, это не надо, это не надо. А. Это не будут. Так, две акулы я нашел, уже убил. Ой, вообще, а там кожа нужна, да? Там кожи дофига надо, да? Видимо, да. Так, надо посмотреть. Подожди, а что-то он, чертеж не появился? Может быть, Ира поставила, что там делиться нельзя чертежами. Такая вот херня может быть тоже. А, посмотри туда у себя. Не, почему? Где-то надо руды, я не изучал, у меня он появился. Mm-hmm. Простой рюкзак есть, вот он, на который, ну, акула, марлины. Вот я две акулы забил, я думал, продвинутый рюкзак. Ебать, срака. Пузыров. Спасибо. Нам надо этот третий тир открывать, ну, на исследовательском, чтобы револьверы крафтить. Самый оптимальный вариант, блин. О, моторную лодку можно скрафтить. Кровать шикарную.
Культурная лука. Тут. Я тут. Я здесь. Точнее, ты здесь. Чувствую я тебя. Уже три лодки у нас? Да, каждому по лодке. Каждому по лодке нужен как-то человек. Это бабочка эффект. Да. Блять, ну я не знаю. Чего? У тебя баг пропал или нет? У меня? Угу. А я пока не в игре, я то самое. Тут кое-что мне скопировать надо. Сейчас я быстренько накопирую. И вернусь. Да что ты мне, блядь, за подляну, блядь. С нуляги. Ну или на среднем. Заново все проходить. Блядь, ну можно, в принципе, чё. Я, знаешь кто? Я Аладдин, блядь, повелитель ковров, ёпта. Мне, блядь, ковры нравятся, пиздец. Ну вон их можно же ложить сюда. Вот, Лёх, твой любимый, смотри. Вов, я в курсе, что их можно ложить. Я поэтому говорю, что я повелитель ковров, блядь. Мне нравится... Ты ходишь, а шума такого нет, как по железу. Вот ходишь, тын-тын-тын, а по ним вообще нет. Шума нет. Похер вообще. Я просто люблю ковры раскладывать. Так, а у нас что, ткани нету, да, вообще, можно сказать? Походу нету. Надо куда-то полутаться съездить. А вон в этот, в особняк я там такой столь устал. Сейчас. И можно будет этот, тогда два рюкзака больших сделать. Можно три даже. Я две акулы только убил. Корсет, ну-ка. Была бы третья и третью. Ну, в принципе, я могу найти и сейчас третью замочить. Не проблема. Сейчас я замочу ее. Надо, знаешь что, этот, блядь, пистолет, блядь. Винтовка. Кир, надо... А, нет. Надо они сплавать. С арбалетом да. Спокойно убиваются. Ну, ладно. Сейчас я их найду, я сам забью. Тогда идите... Ткань ищите. Ткань нужна. А я сейчас акул буду искать. Да, босс, как скажешь. Не, просто я с одним играл. На него акула агрится, на меня нет. Он говорит, я вон приманиваю их. Я такой, ну да. Вот я к ним подплываю на расстояние и все, и бью их. Они ко мне не агрятся. Хорошие читы. Ну, если бы читы были бы, это было бы великолепно. Да? Но можно скачать же. Просто неинтересно будет. Не знаю, я вот свой сервер создавал, начал играть. Ко мне тоже один какой-то так пришел. Угу. Полностью весь открыл. Исследования. Все. Исследования все открыл, да? Да, полностью все. Вот ублюдок.
Сука вонючая. Ты не запомнил ник? Пизды ему надо дать, нахуй. Не. Пещера, блядь. Козел испортил всю игру. А так неинтересно, нафига? Конечно, неинтересно. Конечно, неинтересно. Согласен, согласен. Пытаешься как-то выжить, а тут... Ну да, да, да. В этом же интерес есть, да, выживать. Ну, еще автомат тебе с патронами дают, ты вообще тут ходишь... Есть такое. Бля, че я это заморачиваюсь? Не буду вот это делать. Ё-моё, а че я плаваю? У нас же лодки есть, а я вручную плаваю, ё-моё. Точно. Руки подкачаешь заодно, бля. Руки базуки. Ладно. Раз я тут буду лутаться. О, диванчик нашел. Вот это что за здание с вопросиком? Если с вопросиком, значит, мы еще не дошли до него. Дредвиль, мы такое лутали когда-нибудь? А, не помню. Пойду найду на жопу приключений. Ой, а тут это... Чё? Вояки. А, ну тогда пилюли отхватишь. Они с автоматами. Попробую. По чуть-чуть. Да ты рискованная. Рисковая. Обезбашенная. О-о-о, так. Блять, что ты сделал? Что ты сделал? Тяжело, тяжело. 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 А, мы лутали тут вчера. Ага. Ну, на твоей карте. Да-да. Че, а сколько тряпок-то надо? Какая движуха началась. Сейчас я пиздюлю отплачу. Так. Ага. Вот ты прям через стенку стреляет в меня вообще. Так, что, кто-нибудь акул нашел? Нет? Пока или нет. Они попрятались? Или они попрятались? Прятались. Ладно, я вон ткань собираю пока. Ткань, железо. О, все. С воды надо вылазить. Холодно. Он умер. Ух ты ж, ептать. По башке дали. Ты их еще ночью видишь? Угу. Да вы, девушка, вообще, блин,
Глазастая? Да ужас. Глазунья. Где огонь? Ты замерз. Я его убила. Ой, бля, я сейчас сдохну. Так. А, кстати, не делали эти спальники? Один спальник хватает на всех. А, вот так, да? А он не пишет, что там надо join members, бля, бла-бла-бла. Короче, он только для того, чтобы возродиться, походу. Ну, так когда ты один играешь на нем, ты поспать можешь и пропустить ночь, блядь. Да, мы тоже играли, когда вот втроем, четвером. Не дает, да? Нет, он кто хозяин этого сервера, он может спать. А, я даже вот не могу спать, ну, когда это. Нет, не можешь. Без хозяйки. Нет. Он тебя не пустит. Так нет, я когда вот с Ирой играли, я хозяин сервера, хост, и я не могу спать. Там написано join member. Что? Вдвоем попробовали бы. Да, пробовали. Вдвоем уснули. Мы спали уже не раз вдвоем, блядь. Вот ты сейчас попробовали, нихуя не получилось. Туда не знаю. У нас получалось почему-то. Значит, баг, бля. Блин, вообще ничего не видно. О, дайте я порыбачу, блядь. Рыбу вам поймаю, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рыба-рыба-рыба. Да можно эти ловушки поставить и все. Да я на удочку хочу. Мне так нравится на удилище. Я тоже сначала на удилище можно что-нибудь поймать опять хорошее. Вспомнил охоту. Давно в охоту не играли. И опять, Руслан. В охоту давно не играли. Да. И как я ее установил полгода назад, так мы и до сих пор, блядь, играем. Я тут на днях тоже так присматривался, удалить, что ли. Думаю, не-не-не, блядь, знаю, я сейчас удалю. И Руслан скажет, пойду по ходу. И опять ее качать, блядь, два дня. Не-не-не. Что ж такое-то? О, есть, блядь. Я вижу, а будто меня видят в темноте. Лещ. Да. Вот они такие, блядь. Объеботы. Ух ты. О, отлично. Это дыня безвкусная. Не сладкая никакая, какая-то пресная. Пресная, прелестная. Ага. Я баху поймал. Ваха. Вах-вах. Вах. Тарпон.
Вроде светает. Это за окном. Раз. Это города весной. Это одинокий свет, зовущий за собой. Красный остроглаз поймал. Во. Фига себе. Неплохо. Блять, все. Нет наживки. Господи, что это? Кто зашел-то? Сейчас посмотрим. Серега, наверное. Нет, никто. А звук был. А, ну понятно. Да. Все понятно. Так, нам ну, ткань нужна на хорошие рюкзаки. А, кто-то уже скрафтил себе, да? Блин, я испугалась. Кто там у нас стучит? Кто у нас там пердит? Привет, привет. Нормально, нормально. Подожди, по мне шмалять-то, господи. Блядь! Ну, третий раз уже убили. Чё так сложно? Ну, вчера так быстро все это. Муфта на легко стояла, а здесь на среднем даже тут пиздец. Интересно, что на харде будет там. Ой, на харде лучше не стоит. Я не рекомендую. Мы играли на харде. Во-первых, ну... зомбаки каждый день приходят. Каждый. И они приходят уже с револьверами. И просто замучишься. Ну, раз не рекомендуешь, тогда не буду. Не, если хочешь сильно ощущений себе, то без проблем. Мы не успевали построиться, они нам все разламывали. Мы одну волну отбивали, вторая уже приходила. Лучше бы я умер. Никогда не говори. Никогда не говори. Я умер. Ай, обчихалась уже. Так, что, кто-нибудь ткани пошел собирать? Я пошел акулу. Я знаю, где я. Я тоже собираю на этом острове, но у меня пока бьют. А я пошел акул. Еще побью, чтобы рюкзаки хорошие получить. Да бля, да просто с двух ударов. Ну как это? Как? Очень просто. Они берут и убивают. М? У меня уж там два мешка моих. А ты ставь этот